Ну что ж, вы давно искали необычный, эффектный, модный аксессуар для вашего интерьера. Я вас поздравляю, вы сделали правильный выбор. Сегодня плед покрывало шиншилла, ваше любимое. В центре внимания, в 11 сочных цветах представлена сегодня наша шиншилла. Будем разбираться во всем по порядку. Супер красивый плед покрывало под названием шиншилла. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка на сегодня для вас. Вы хотите сэкономить? Тогда специальное предложение для вас. Юль, скажи, пожалуйста, мне вот сразу приглянулся ворс. Он такой длинный. Сколько там сантиметров? 2,5 сантиметра. Ворс, Олечка, но это еще не все. Наша шиншилла, внимание, с секретом. Наша шиншилла двусторонняя. Эффект стриженной норки с одной стороны. Посмотрите, какие переливы, какие нежные переливы дает шиншилла. И эффектно, элегантно переливается при любом свете. Вторая сторона пушистая, которая никогда не сваляется, потому что ворс здесь закреплен особым образом. Наша любимая шиншилла представлена сегодня в 11 цветах. Интрига дня. Мы с вами потихонечку будем знакомиться со всеми цветами и начнем с ягодного. Вот. Итак, в руках. Всего 11 цветов для вас. Звонки по России бесплатные, даже с мобильных телефонов. Приступайте к покупкам. Юль, ты сказала 11 цветов. Давай рассказывай. Какие. Давайте по порядку. Представлена вся палитра от пастельных до сочных оттенков. Итак, классический черный цвет. Потрясающий, который подходит абсолютно под любой интерьер. Еще один из классической палитры оттенков, коричневый цвет шиншиллы. Давайте обратим внимание, как мех играет у меня под руками. Вот посмотрите, такой цвет подойдет абсолютно под любой интерьер, который исполнен в классическом варианте. В руках у меня розовый цвет. Кстати, сегодня это такая. Мой любимый цвет. Mm-hmm. Давайте перемещаться на кровать. Она украшена зеленой шиншиллой и белой. Самых два сочетаемых оттенка, которые такие праздничные, да, Олечка, я считаю. Давайте перемещаемся на кресло. 4, 5. И на кресле у нас... Это шестой оттенок. Серый цвет, который, ты знаешь, недаром ошиблась, потому что очень красиво сочетается именно с розовым. Итак, выбирайте свой цвет. Всего 11 шикарных шиншилл. Как он приятный, очень нежный ворс, очень красиво. Дорого, богат, как мы любим с вами. Слушай, Юля, я считаю, что это еще отличный подарок на Новый год. Нужно замечательный подарок, учитывая, что у нас огромная палитра, и я раскрываю интригу. Прошу наших помощников вынести шиншиллу красную и фиолетовую. Вы посмотрите. Смотрите, какая, Олечка, помогай, какая Давай. Богатая палитра. Вы сможете украсить свой интерьер в любом уголочке вашего дома. Причем можете менять интерьер по настроению. Сегодня вы хотите постелить богатым густым ворсом, а на следующий день, посмотрите, может быть, вы захотите украсить свой интерьер вот такой потрясающей стриженной норочкой. В любом случае, шиншилла огромного размера, это евроразмер 220 на 240, и вы сможете... Можете украсить свой дом в любом уголочке. Давайте с вами пофантазируем, как бы шиншилла красиво располагалась в вашей спальне. Давай. Вы смогли бы в течение всего дня вашу кровать держать в нарядном виде и готовить ее для ночи. Вы хотите каждую ночь ложиться в чистую постель? Тогда без покрывала не обойтись. Без покрывала дом не дом. Знаете, очень приятный ворс по тактильным ощущениям, нежный. И вообще, в красный цвет я просто влюбилась. Он огненный, страстный, прям как я, такая же страстная эмоциональная натура. Это мой выбор, какой вы цвет выбираете. У нас всего для вас 11 цветов. Если не можете выбрать, берите сразу 2 цвета и экономьте на бесплатной доставке. Ну что ж, Олечка, давай знакомить наших телезрителей. У нас есть еще цвета. Давай. Я попрошу нашего помощника вынести еще 2 цвета. Яркие, сочные. За окном унылая осень, а с пледом шиншиллы в вашем доме всегда солнечное настроение. Давайте разбираться. Бирюзовый и оранжевый. Сочные оттенки. Обратите внимание, любая шиншилла, какого бы цвета она ни лежала рядышком, сочетается между собой. 220 на 240. 11 цветов на выбор. Выбирайте яркий, сочный интерьер. Наполняйте свою жизнь красками вместе с пледом-покрывалом шиншилла. Итак, 11 цветов. Я не знаю, как вы сейчас можете определиться. Юля нам сейчас во всем поможет. Лично я
уже себе присмотрела два цвета. Это действительно просто шоковое предложение. Юль, скажи, пожалуйста, вот все-таки ворс, да, такой высокий, он со временем не накатается, не исчезнет, может, там проплешины появятся? Ты знаешь, нет, Олечка, я как раз шиншиллу за это люблю и ценю. Это наш новый проверенный поставщик, качество проверенное, и шиншилла сегодня приобрела совсем другой, качественно новый вид. Ворс не сваливается и не скатывается. Вы не обращайте внимания на то, что он густой. В хозяйке часто задают вопрос, может быть, скатается и сваляется. Нет, шиншилла в практике ведет себя замечательно. Не электризуется и не собирает пыль этот роскошный, элегантный, высокий ворс. Шиншиллу можно стирать в машинке, вы только представьте. Не нужна никакая химчистка, и вы сэкономите свое время и элегантно украсите свой интерьер. Причем в любой комнате, в спальне, в гостиной, в детской шиншиллу можно использовать даже как ковер на пол. Если вы давно искали шикарную шубку для вашего интерьера, у нас для вас отличное предложение. Самая выгодная покупка на сегодняшний день – плед шиншилла двусторонний. Берите сразу два цвета и сэкономьте на бесплатной доставке. Позвольте себе обновление в интерьере, подарите комфорт и приятные ощущения с пледом шиншилла. Придайте своему интерьеру шика и элегантности. При одном только взгляде на шиншиллу уже становится тепло, ну, по крайней мере, на душе. Создайте уют в каждом уголке своего дома. С пледом-покрывалом шиншилла огромный евроразмер, двустороннее покрывало с эффектом стриженной норки и густого ворса. Меняйте свой интерьер по своему усмотрению. 11 сочных цветов. Напомню, все звонки бесплатные. Даже если вы к нам сейчас будете звонить с мобильного телефона. Еще раз напоминаю, звонки бесплатные. Баланс мобильного телефона не пострадает ни на копеечку. Юль, расскажи еще раз нашим телезрителям, куда мы будем стелить наш плед шикарный. Плед покрывало шиншилла может служить и покрывалом в спальне на большую кровать, потому что это евроразмер 220 на 240. Можно укрываться как одеялом, плед покрывало абсолютно гипоаллергенное. Украшайте свой интерьер в гостиной, там вы сможете дать новую жизнь мебели, просто накинув на нее выбранный цвет шиншиллы. Скажи, пожалуйста, а вот в детскую комнату можно стелить? Я как эксперт рекомендую использовать плед покрывало шиншилла в детской, причем не только на мебели, а прямо-таки какого на пол. Всегда Вау. Детишки будут в тепле. Представьте и вспомните свои ковры, которые надо выбивать. Кто-то несет их в химчистку, а плед покрывало шиншилла можно просто постирать в стиральной машине. Он прекрасно высыхает. В течение дня вы сможете уже к вечеру им пользоваться. Сохнет-то прекрасно. Здесь такие яркие цвета. Скажи, они такими же останутся после 2-3 стирок? Более того, Олечка, останутся. Еще плед покрашен эко-красками нового поколения, которые не вызывают аллергию. И с пледом покрывалом шиншилла вы всегда уверены за безопасность вашего здоровья.